Высокотехнологичные мультимодальные центры класса А планируют построить в нескольких регионах Казахстана. Об этом на встрече с Касым-Жомартом Токаевым сообщил председатель правления компании YTO Express Co. Юх Уэй Дзяо. Проект, по его словам, позволит полностью автоматизировать логистические процессы и обеспечить таможенное сопровождение поставок в страны Евросоюза и ЕАЭС. В ходе встречи стороны также обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах электронной коммерции, транспорта и логистики. Президент Казахстана отметил, что в нашей стране уже работают крупные маркетплейсы, и к 2030 году Казахстан планирует довести долю электронной торговли до 20% от общего рынка.